Это наша фазенда, как говорят. Наша усадьба. Колодец. Дрова. Игорь заехал. Скошены уже. Сено тут. Дождик брызгал. Сейчас высохло. Ну все. Вот так. Еще городской знает. Чужая машина. Это своя. Это молоко. Это сметана. И все другое. Там что-то делается. Как оно пойдет? Пошел. Вот когда убрали, скосили. На следующий день я не успел заснять. Черно было, вот сколько здесь грачей, воронья, галок там. Потому что высокая трава, туда не сядешь, оно видно вот рядом. Вот как стеной стоит. И с этой, с другой стороны. А скошено-то, тут обнаружилось. Разные внизу кузнечики, прочее. Находишь иногда раздавленные ежи. Говорят, ежи помидоры едят, портят в садах. Не знаю, так ли это. А может, ложное обвинение. Вот у нас шарик. Сколько лет он у нас, не знаем. Он бродящий был, какая-то собака. Уехали, бросили щенка. На разъезде. Да ты шарик, да чего ты хороший, а? Чистопородная дворняжка. О, умница. И какой он расположенный. Ой. Ну, не могу я тебя сейчас взять, у меня свои дела. Ну, шарик, не могу, прости. Вот тут он поедет, тебя может захватить. Ты поедешь, что-то все, убрать тебя отсюда. Ну, давай уберем. Вот Иеремия уже на обратно. Иеремия. Зовут Ерема кратко, Ермак. Имена божественные. Видишь, он еще их на просушку крутит. Вот так шарик обнял полностью. Ноги задние растинет и ползет. Ну-ка покажи, как шарик. Ну-ка покажи, как ползаешь. Ну-ка, ползи. Ползи, ну-ка. Ползи, ну-ка, ползи. Вот он как пошел. Вот он, ползи, ползи еще, тенечек лег. Ну-ка, выползи оттуда, выползи. Ползи, ползи, шарик. Шарик, ну-ка, ползи. Лежит, мух ловит, а. Рассмотрел, сидел дома. Сегодня же начал собирать.
уже мотать эти свитки свои. Я пришел, вот у меня балерина, башня летняя резиденция Игнатия Мещанина. Проехал в расстоянии полметра от меня, поэтому так грохочет. Это Терентий Барабаш. Он уже здесь намолотил, сколько заехал. Тут два рулона на крути. У нас тут не распахивалось. Ну, как есть. Кому отдать? Не за деньги, а просто чтобы убрали. Вот он едет неровная, конечно, площадь. Ну, видишь, как мотает ее из стороны в сторону. Как у меня в руках. Придумали, а небо натягивает тучи. Это нужно скорее убрать. Разворачивается. Я в окно случайно глянул, между веток мелькнула вот эта вот машина. Я скорее вперед. И такая погода мягкая какая-то. Я их сегодня уже был, снимал там, как они готовят все там по току. Ток называли у нас раньше. Склад ли, как правильно назвать, не знаю. Когда бы не обратился, отказа никогда нет. Но я прошу-то не до себя, а завести на пруды что-то там, то сваи, то сено. То еще что-то. Для себя еще это там бывает иногда ненужные дрова. Терентий Игоревич, благослови его, Господи. Хороший парень. Дай, Господи, ревности в деле Божьем, чтобы душа не погибла. Пятится. Это означает, будет сейчас он его сплевывает. То есть скидывает. Разродится вот таким типом. Это точно. Даже гадать не надо. Разродиться тюком. Так, поднимаю. О, выпустил. Чрево разверзлось. Все, тюк. Ой, уходи, рыжий. Что тут делать-то? Выходи. Уходи скорее, рыжий.
конечно, смотреть-то легко, а посиди там. Ну, не приучены к технике. Иди, рыжий, иди. Ой, убегает, ой, убегает. Вот 4 тюка почти что есть. Чего шарит? Уходи. Уходи, уходи. Давай, 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 уходи, уходи, уходи. Ну-ну-ну-ну-ну. Вот он, смотался. Намотал, но этот четвертый вроде не получился. А может, он туда затащил с того. Все, вышел из игры. Все, 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 все. Врезал. Ну, трактор, этот трактор новенький куплен был. О-о-о. Благослови их, Господи. Труженики Христовы, кормильцы наши. Мало у него земли, комбайна нет. Вот подарили бы кто-нибудь. Да. Несколько минут прошло буквально, все, ну, огородчик небольшой. Раз, два, три, четыре. Вот пятый волок. Собирается раз, два. Кто-то же придумал вот так колесики.